В Южной Корее одним из первых крупных массовых мероприятий после отмены карантина стал международный фестиваль тюльпанов на острове Анмён. Он проходит под открытым небом с 2012 года. В Корее не выращивают тюльпаны, поэтому их луковицы специально для фестиваля привозят из Нидерландов и Турции. Кроме них посетители увидят больше миллиона разновидностей других цветов. Из них флористы собрали фигуры европейских замков и обитателей джунглей. Коронавирус внес свои коррективы в план работы фестиваля. Вход посетителей с высокой температурой и без масок запрещен. Кроме этого, они должны дезинфицировать руки, ну и соблюдать дистанцию.